Сейчас мы поставим первое масло и зафиксируем себя в стоячем положении. Теперь вокруг своего персонажа нужно построить сам костюм из любых блоков. Главное, чтобы блок, который стоит на теле, не касался ни головы, ни ног, ни рук, а который стоит на руке, не касался тела. Вот такой должен получиться костюм. После этого нужно расставить масло, чтобы соединить тело с этими блоками. Только осторожно, каждая часть тела и каждая часть блока должна быть прикреплена к своему маслу. Теперь запуск. Нужно обязательно включить совпадающее вращение и поставить масло сзади, после чего прыгнуть и расставить все остальные масла. Теперь убираем все красное масло и у этого белого-желтого масла отключаем коллизию и прозрачность ставим на 100%. Ну а теперь декор. Декор готов, сохраняем его и делаем запуск, как в прошлый раз. Вот и все, на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Геймс, всем пока!